Порядка 150 килограммов пельменей сварили на обед в Одинцовской лингвистической гимназии. Также в меню салат из отварной свеклы, рассольник, хлеб и вишневый компот. Очень вкусно все. А что больше понравилось? Ну, я не знаю, я пока только пельмени еще попробовала. А тебе? Все вкусно. Пельмени. Секрет успеха обедов у школьников в особом приготовлении. Все блюда готовят строго по ГОСТу и с любовью. А для самих поваров лучшая благодарность – это радостные лица детей и пустые тарелки. Детям нравится, дети кушают. Есть малоежки, не без этого, особенно первоклашки, начальная школа. Они совсем мало кушают, а порции довольно крупные. Но стараемся готовить еще вкуснее, чтобы тарелки были по максимуму пустыми. Кухня начинает свою работу в 4-5 часов утра. Свежие продукты доставляются в пищеблоки образовательных учреждений ежедневно. Качество школьного питания, его пользу и правильность гарантируют повара и технологи. Это здоровая пища, так как в обычной жизни дети потребляют много сахара в виде напитков, чипсов, да, там соль. И поэтому в школе мы стараемся привить здоровое, сбалансированное питание, чтобы дети понимали, что хорошо, что правильно, и поняли, что это вкусно. Типовое меню на 10 дней, единое для всех школ Подмосковья, разработано Минсельхозом. Продегустировать все варианты обедов вместе с родителями и школьниками смог глава Одинцовского округа. Довольно бурная у нас была дискуссия по каждому блюду, потому что есть пожелания от детей, в первую очередь, что они едят, что не едят. Дискутировали по поводу соленых огурцов, по поводу котлет, картошка разваренная или должно быть пюре. Кто-то ест рыбу, кто-то не ест ее вообще, в принципе, и надо заменять блюдо. Мы довольно глубоко погрузились, составили анкеты. Еда в школьной столовой должна быть не просто качественной, вкусной и полезной, но и привлекательной внешне, считает Андрей Иванов. Таких результатов поможет добиться совместная работа общественности и власти с поварами и оператором школьного питания. Все пожелания должны учитываться. По многим, скорее всего, позициям будут у нас дополнения к той нашей программе модернизации, которую мы уже спланировали на этот год. Где-то будем докупать пищеблоки, оборудование, необходимое для более качественного приготовления. Кстати, в школьных столовых не только типовое, но и дополнительное меню. Можно приобрести то, что больше нравится. А для тех, кто хочет быстро перекусить, работает буфет. Здесь представлена разнообразная свежая выпечка, соки и сладости. Я когда прихожу, мне уже буфетчица накладывает по моему стандартному набору. Мне очень нравится. Какой набор? Пицца, сосиска в тесте, булка с сахаром. Всегда беру. Ну, я предпочитаю не тратить много времени на столовую, чтобы собирать свой заказ, поэтому тут довольно быстрое обслуживание и все очень вкусно. Тема школьного питания практически ежедневно обсуждается администрацией округа и управлением образования. Возникающие проблемы решаются. Работа по контролю качества будет продолжена. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».